8 сентября комиссия под руководством главы Каспийска Бориса Гонцова провела выездное совещание на объектах благоустройства города, где ведутся работы в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. Отправной точкой стал сквер в районе площади имени Ленина, после чего участники встречи проверили ход работ на бульваре Абдуллаева, где возводится стела «Город трудовой доблести». Помимо реконструкции, представители администрации также обсудили вопрос озеленения. Уже с понедельника начнется замена старых деревьев на новые. На их месте будут высажены клен, ясень, туя, ель, а также другие насаждения и цветы. В связи с этим мы заранее предупреждаем, вот понад домом бульвар 1 тоже деревья будут омолаживаться, потому что дальнейший туда кран, вышку загнать тяжело будет нам. Все эти деревья будем убирать, будем делать еще красивее и лучше. Поэтому прошу относиться с пониманием и любовь к нашему городу. Отметим, что на территории остальных облагороженных участков также будут высажены новые деревья и газон. Далее комиссионная группа отправилась по улице Хизроева до Азиза Алиева. Далее мы прошлись до сквера Абдуллаева, который благоустраивается. Главой города были даны поручения о том, чтобы убрать инфраструктуру, которая мешает, и привести в надлежащее состояние зеленые насаждения и деревья. Дальше прошли до благоустройства улицы Азиза Алиева, где тоже в рамках комфортной городской среды проходит благоустройство. Посмотрели реализацию. По результатам проверки были выявлены некоторые недочеты, которые Борис Гонцов поручил устранить до 1 октября текущего года.